Пока Молдова ищет угрозу в приднестровских грузах, в саму Молдову везут оружие. Накануне французский военный самолет доставил в Кишинев технику для пехоты, боеприпасы, снаряжение для солдат. Это очередная военная поставка. В Молдове также хотят заключить новое соглашение о военном сотрудничестве с Францией и страной НАТО. С целью нивелирования каких-то там обострения этого конфликта у нас действует миротворческая операция уже более 30 лет, причем действует на основании тоже международного договора, и, соответственно, это та реальность, в которой мы находимся. Но одна из сторон конфликта начинает усиленно вооружаться, причем ее вооружают страны Запада, страны НАТО в первую очередь. Вот это Соединенные Штаты, Германия, Франция. Нужно полагать, что Молдова усиливает свою армию для того, чтобы... Чтобы что? Здесь вот вопрос открытый. Поэтому нас это крайне беспокоит. Мы не видим никакой позитивной перспективы от милитаризации Молдовы. Считаем это таким же элементом, который создает угрозу миру и безопасности. На фоне военных поставок в Молдове проводят и совместные с НАТО учения. Стреляют и что-то взрывают, в том числе на полигоне в Бульбоках. Это вблизи с границей Приднестровья. Звуки взрывов не раз беспокоили наших людей. Вопрос постоянно поднимают и на заседаниях УКК.